Хочется сказать большое спасибо всему коллективу. Было очень приятно тут находиться. Я на самом деле, как я уже говорила, сейчас в отпуске по уходу за ребенком с маленьким сижу. И вот я собиралась, так с горечью думала, что вот через там полгодика, через там какое-то количество придется на работу идти. И так мне не хотелось. И вот я так рада, что все-таки решилась и сюда пришла. И теперь я уверена, что на свою старую работу я не пойду. Я буду заниматься новым, приобретенным, любимым делом. Буду совершенствоваться. Я очень рада. Даже немножко жалею, что не пришла раньше, но... С другой стороны, очень рада, что попала именно в эту группу. Мне было очень легко, мне было так комфортно с вами со всеми. Спасибо большое вам. Я приходила рано, утром, да, мы все приходили. И не успеваешь глазом моргнуть, уже 7 часов вечера.